Сказать, что конный спорт – это красиво, не сказать ничего. Ведь когда смотришь на холеных, лоснящихся статных лошадей, верхом на которых важно восседают не менее эффектные наездники, ты буквально не можешь оторвать взгляд. Зрелищные соревнования можно было посмотреть на третьем этапе Кубка по выездке. Он состоялся в конно-спортивном комплексе «Алмазово». Сюда съехались участники самого разного возраста из разных уголков региона, а также Москвы и Ростовской области. Выездка является олимпийским видом спорта. Она предполагает в первую очередь умение наездника управлять лошадью. А главной целью является развитие физических возможностей и способностей животного. Полное название — Высшая школа верховой езды. Всадники показывают свое умение в управлении лошадью, свое мастерство. Турнир собрал много участников, больше 70. Всадники могут выполнять юношеские и взрослые разряды и копилочку себе баллы в рейтинг получать. В рейтинг, который ведет Федерация конного спорта России и другие независимые рейтинги. Для самих конкурсантов, принимающих участие в данных соревнованиях, это не просто хобби. Занятие конным спортом приносит им истинное наслаждение, без которого они уже не могут представить свою жизнь. Участники признаются, самое важное – суметь наладить контакт с лошадью. А здесь все зависит от тебя и коня, от твоего взаимодействия с конем. И это очень важно, и работа с этими прекрасными животными очень мне нравится, и я восхищаюсь этими животными. Без сомнения, для того, чтобы достичь высоких результатов выездки, как и в любом другом виде спорта, необходимы постоянные упорные тренировки. Я считаю, что сегодня получился тандем. Естественно, тренировки – это ежедневный труд. Помимо этого, лошади у меня еще лошади основные. Поэтому, да, мы старались, это работа. Как-то так. Оценивала старания наездников и их бессменных четвероногих напарников профессиональное жюри. По итогам состязаний в каждой возрастной группе были определены самые лучшие пары. Наездники получили дипломы и кубки, ну а лошади – заслуженные памятные розетки. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.